Партнер рубрики «Магазин стильной женской одежды Элис» предлагает большой выбор офисной женской одежды от российских дизайнеров, новое поступление платьев и новогодних нарядов от 42 до 52 размеров. Магазин «Элис», торговый центр «Антарис», второй этаж. Здравствуйте, заядлые тусовщицы, домохозяйки, ну и, конечно, труженицы тыла. Большую часть времени современная женщина проводит на работе. А значит, в офисной одежде она находится гораздо дольше, нежели в домашнем халате. В прошлой рубрике мы уже начали обзор классической дизайнерской одежды. И сегодня посмотрим еще несколько вариантов. Подбирать наряд сегодня мы будем для Галины Бурдо. Галина ценит в одежде пестроту и яркость. И в то же время предпочитает классику. Посмотрим, возможно ли это соединить воедино. Знакомьтесь, сегодня наш модный консультант, дизайнер одежды Наталья Козлова. Наталья, ну что, поможете нам сегодня с выбором модели одежды? Обязательно. Сегодня рассмотрим два тонких платья для дам, которые даже зимой носят легкую одежду, и две модели потеплее. Начнем с костюма в стиле Шанель. Интересная фурнитура, блестящая фактура ткани делает костюм особо торжественным. И главное, в костюмах такого плана идеальная посадка костюма на фигуре. То есть это считается основным шиком этой модели в сочетании с элегантной простотой. Добавить нечего, просто и со вкусом. А вот эта модель платья интересна своей расцветкой. Леопардовый принт, как вы помните, продолжает быть популярным. Подплечники ушли из моды, зато добавилось оформление самого рукава. Изюминкой этой модели является асимметрия рюш, расположенных по центру, которые служат центром композиции и главной основой этой модели. И выигрышно подают фигуру. Блеск атласной ткани в сочетании с сеткой, нежные тонкие рюши делают это платье подходящим для выходов в свет. Теплое практичное платье. Что скажете вы об этой модели? Да, это очень актуальная сезон зима 2010 года модель. Хорошая фактурная ткань шерстяная. Интересная модель с такими вот оригинальными крупными защипами. Широкий пояс, как мы знаем, зрительно подчеркивающий элегантность фигуры. Это иллюзия пояса, в принципе, я поняла, да? Это не важно. Важно, что это деталь, которая подчеркивает силуэт. Сложный цвет можно назвать брусничным. Платье стройнит. Весь секрет в полуприлегающем силуэте и складочках, которые скрывают лишние сантиметры в области талии и на бедрах. Маленький милый бантик придает особый шарм. Оказывается, выглядеть в офисной одежде модной леди можно и даже нужно. Будьте всегда в наряде. Пока! Партнер рубрики «Магазин стильной женской одежды Элис» предлагает большой выбор офисной женской одежды от российских дизайнеров, новое поступление платьев и новогодних нарядов от 42 до 52 размеров. Магазин «Элис», торговый центр «Антарис», второй этаж.